Since I will just pick one or two things from there. У нас немного времени, поэтому не будем читать все местописание, будем только определенные стихи выбирать. Are we there? Вы со мной? Yeah. Is it that? What is that? Да, yeah, yes. Oh, yes, okay. If you read the story. Если вы будете читать историю. Luke chapter 1 from verse 5 to 20. Описанную в Луки 1 глава с 5 по 20 стихи. It is a story about Zachariah and Elizabeth, their wife. Это история о Захарии и Елизавете, жене. Now read just verse 6. Шестой стих прочитаем. Verse 6. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Now read 7. И седьмой стих. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Praise the Lord. Слава Господу. They were, according to this Bible, they were righteous before God. Согласно этому месту Писания, они оба были праведны пред Богом. Walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blamelessly. Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. You hear? Вы слышали это? They were righteous. Они были праведны. They obey all the commandments of God. Они слушались и исполняли все заповеди и уставы Божьи. They were blameless. Причем беспорочно. Они были беспорочны. In other words, другими словами, holier than some of us here today. Другими словами, они были гораздо святее, чем некоторые из нас с вами сегодня. There was a but in their life. There was a but. Но. In their life. Но в их жизни, спасибо. Но в их жизни было одно такое большое но. They had no child. У них не было детей. They were blameless. Они были беспорочны. They were holy and pure. Они были такие святые и чистые. But they had no child. Но было такое большое но. У них не было детей. What was their sin? И what sin did they commit? А что же они посвятили? Что же они сделали не так? За что же их так Бог наказал? There was no sin. Не было никакого греха. Praise the Lord. Слава Богу. If it was to be this day and age. Если бы это было сегодня, в эти, в наши дни. People would say, maybe the man is committing sin behind the closed door. Наверное, кто-то бы сказал им, наверное, муж может там где-то изменил жене или там у него какой-то тайный грех был и Бог их наказывает за это бесплодием. Maybe God have left him. Наверное, Бог оставил его. Why is he going through all this? Почему же иначе он проходит через все это? Zachariah was a servant of God in the house of God. He was a priest. Захария, он был священником, он служил Богу. He was among those that burned incense in the temple of God. Он был одним из тех, кому доверяли заходить во святое святых в храме. And in those days. И в те дни. Not everybody that goes inside of the temple, the altar. Не каждый, кто заходил в храм, в это святое святых. If you are meant to go there to carry out assignments. А если тебе нужно было зайти туда с определенным поручением. They will tie a rope around your waist. Перед тем, как ты туда зайдешь, они обвязывали веревку вокруг пояса человека. Because if you are not right with God. Потому что если ты заходишь туда, и у тебя есть какой-то грех, ты не в правильном положении перед Богом. And you go inside. И ты заходишь туда внутрь. You die there. Ты прямо там умираешь. So after a while. И через какое-то время. If they notice there is no movement. Если люди видят, что эта веревка не двигается, никто не выходит. Nobody will go in there. Никто же не может зайти туда внутрь. They use the rope to pull you out. Они тогда за веревку вытаскивали тело. Praise the Lord. Слава Богу. But Zachariah did not stop from carrying out his assignments. Но Захария, он был непорочен, и он, ничто не останавливало его от выполнения его поручения. How many times have you skipped church service because of challenge that you are going through? Сколько раз вы останавливались или пропускали служение, или не служили, да, не делали то, что вы знали, что вы должны делать, находя какие-то отговорки. How many service days that you just woke up in the morning and said, today is Sunday, I have challenge, I can't be bothered today. Сколько раз, помните, вы, например, проснулись утром, сегодня воскресенье, что-то, наверное, я в церковь сегодня не пойду, у меня, в общем, и то не так, и это не так, и это не успеваю, в общем, много причин. How many times have you abandoned your assignment because of
the challenge you are going through or you are facing. Подумайте, сколько раз вы отступили от своего предназначения из-за каких-то обстоятельств и жизненных вызовов. Zachariah was old. He was of age. Захария был уже очень пожилым человеком. Elizabeth, the wife, was also old, of age. Елизавета, его жена, была тоже очень уже пожилой. Medically, it was impossible for the wife to conceive. И по всем медицинским показателям для нее уже было, ну, нереально зачать ребенка. Zachariah and the wife did not abandon God. Но Захария и его жена, они, ну, никогда не, ну, не грешили, они не предавали Бога. They did not turn to other God. Они никогда не поворачивались к другим богам, к идолам. They were stick to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Они всю жизнь держались крепко за Бога Авраама, Исаака и Иакова. It came a day when Zechariah was rotated to burn incense in the temple of God. И пришел день, когда Захарии нужно было войти в храм и выполнить поручение. Let me tell you this. Позвольте мне сказать вам кое-что. Before this meeting was called, до того, как эта встреча была назначена, before this meeting was organized, до того, как эта встреча была организована, heaven knew about it. Небеса уже знали об этом. As we are gathered here this minute, когда мы собрались здесь сейчас, heaven is aware, небеса, они в курсе, that you are here, что мы здесь, that I'm here, что я здесь. Praise the Lord. Слава Богу. On that fateful day, и в этот день, God released an angel, Gabriel, from heaven. Вот мы продолжаем историю. В тот день, в последний день, Бог, он послал ангела с неба. Прошу прощения, пошлет ангела с неба. To go and give good news to Zechariah. Мы продолжаем историю о Захарии. Бог послал ангела с неба пойти и доставить хорошую новость Захарии. If you read that Bible passage, если вы прочитаете этот стих, God did not specify to the angel where to go and meet Zechariah. А Бог не сказал точно ангелу, где именно найти Захарию. Whether at home or in the church. Или дома, или в церкви. The angel was simply sent to Zechariah. Просто ангела послали к Захарии. I believe they checked the record in heaven. Я верю, что они проверили все записи на небе. And according to the record in heaven, и соответственно записям этим небесным, Zechariah was supposed to be in the temple burning incense. Захария должен был быть по плану служить в храме. So the angel knew where to go. И этот ангел, я верю, он проверил эти небесные записи, по плану сегодня Захария должен был служить, и, соответственно, в церкви. И ангел пошел доставить ему хорошую новость и искал его в церкви. His points of duty. Потому что это было время и место, где он должен был сегодня по плану служить. So the angel went to the temple. Поэтому ангел туда и пошел доставить ему хорошую новость. And went to him inside of the altar. И пошел туда, в алтарю, там, где был Захария. Because that was where he was supposed to be at that time. Потому что именно в том месте Захария и должен был быть в то время. Many have lost their blessing. Вы знаете, многие люди теряют свое благословение. The day God sent the angel to bring the blessing to church, that is the day he decided not to come to church. Многие люди теряют свое благословение, потому что в тот день, когда Бог решил особенным образом посетить их и посылает ангела принести им добрую весть, эти люди решили проспать служение, не пойти, пропустить. И ангел не застал их там, где они должны были быть. I have seen many people who lost their blessing just at the point of their breakthrough. Я видел многих людей, которые, к сожалению, потеряли свои благословения прямо на пороге прорыва. When they were about to receive it. Перед уже там, где они, ну, почти уже получили свой прорыв. That was when they got offended by someone. Именно тогда они, ну, потеряли его. And they packed their bag and disappeared. Потому что Бог уже послал ангела, чтобы принести им благую весть, дать им этот прорыв, а они просто пропустили, да, свое благословение, потому что решили где-то срезать углы, где-то полениться. And the devil will laugh. И дьявол так радовался и смеялся. The devil will say, дьявол говорил, I have said that you can never get it anyway. Я же тебе говорил, что ты никогда не достигнешь этого. At the points of the breakthrough. И именно вот прямо перед прорывом. Listen to this. Послушайте.
No matter what you are going through. Независимо от того, через что ты проходишь. Make sure that you did not neglect your God-given assignment. Я хочу, чтобы вы всегда, когда независимо от ваших обстоятельств и ситуаций, пожалуйста, никогда не отвергайте Божье предназначение, никогда не пропускайте, не срезайте углы, независимо от ваших обстоятельств. As a child of God, как дети Божьи, at your point of breakthrough, на пороге прорыва, the devil will always show up. Вы должны знать, что именно когда вы на пороге прорыва, дьявол особенно охотится на вас. Remember Hannah in the Bible? Помните Анна в Библии? She had problem. У нее была проблема. At the end of the service on that day, и в конце служения в тот день, she knelt down and was praying to God. Она стала на колени и молилась Богу. Her lip was moving. И ее губы двигались. But her voice was not heard. Ее губы шевелились, но голоса не слышно было. Eli was a prophet. И Илия был пророк. He was supposed to know that the woman was not drunk. И он должен был знать, что эта женщина, она не пьяна. But what did he do? Но что он сделал? He accused the woman of being drunk. Он обвинил ее в том, что она пьяна. When are you going to stop drinking? Когда ты уже перестанешь пить? In other words, знаете что? Другими словами. He called the woman a drunkard. Он назвал ее пьяницей. A prophet. Пророк. Just at the point of Hannah's breakthrough. Прямо вот на пороге ее прорыва. That alone was enough to make Hannah get angry. И вот этого вот достаточно было бы для многих для того, чтобы разозлиться. And cause the prophets. И, может быть, стукнуть пророка. But because she understood the antics of the devil, но потому что она понимала тактику и стратегию дьявола, she refused to be angry. Она отказалась разозлиться. Instead, вместо этого, she said, "My Lord." Она сказала, Господин мой. I am not drunk. Я не пьяна. I'm a heart desire unto God. Я просто возношу свои молитвы Господу. And the prophet sealed her prayer with authority. И пророк, он увидел ее молитву, и он имел власть. May God grant you your heart desire, your request. И с этой властью, которую он имел, как пророк, он сказал, да даст тебе Господь по желанию сердца твоего. That was the end of the barrenness of Hannah. И это было концом страданий Анны. Jesus Christ went in the wilderness. Иисус Христос пошел в пустыню. In fact, the Bible said that he was led by the Spirit into the wilderness. Другими словами, Библия говорит, что Дух повел его в пустыню. To fast for 40 days and 40 nights. Чтобы поститься и молиться 40 дней и 40 ночей. After the fasting for 40 days and 40 nights. После того, как он постился и молился 40 дней и 40 ночей. It was time for him to start his ministry. Было время для него начать его служение. Who was the first person that appeared to him? Помните, кто там первый встретился ему на пути? It was Satan. Был дьявол. At the point of breakthrough. Прямо уже на пороге его прорыва. Praise the Lord. Слава Господу. So we have to be very careful. Нам нужно быть очень осторожными. Because the devil will always show up. Потому что дьявол всегда появится. If you read the story of Zachariah and Elizabeth, the wife. Если вы будете читать эту историю Захарии и Елизаветы. And that of Mary, the mother of Jesus Christ. И также историю Марии, матери Иисуса. All is in that same book. Это все в этой Luke chapter, Luke chapter Луки, 1, первая глава. Is all there. Это все там. That same angel that was sent to Zechariah. Тот же ангел, которого послали к Захарии. That went to Zechariah in the temple. Он пошел к Захарии в храм. Was also sent to Mary. И тот того же ангела послали к Марии. In the case of Zechariah. И в случае с Захарией. It was in the temple. Это было в храме. Because he had assignment from God to be fulfilled. Потому что у него было предназначение, у Захарии было предназначение, он служил там как раз. But in the case of Mary, а в случае с Марией, Mary had no assignment from God. У Марии не было никакого предназначения от Бога. So she should be at home. Она должна была бы сидеть дома. The angel went to her house. И ангел пошел к ней домой. In the case of Mary, в случае с Марией, Mary did not believe. Мария не поверила. She didn't believe. Она не поверила. She didn't believe. Она не поверила. I'm a virgin. Она говорит, я How девственница. Will I get pregnant? Как это я забеременею? And the angel said to her, ангел сказал ей, There's nothing that's impossible for God to do. Нет ничего невозможного для Бога. He said, the Holy Spirit will come upon you. Он сказал, Святой Дух сойдет на тебя. Right? Так?
the Holy Spirit will come upon you. Святой Дух сойдет на тебя. When the Holy Spirit comes upon a man, и когда Святой Дух сходит на человека, the impossible will become possible. Невозможное становится возможным. The angel did not punish Mary for not believing. Ангел не наказывал Марию за то, что она не поверила. But in the case of Zachariah, но в случае с Захарией, because he doubted the angel, из-за того, что Захария усомнился, there was a punishment for him. То для него было уготовано наказание. You know why? Знаете почему? Because he should know better. Потому что он должен был уже знать лучше. You leaders, вы лидеры. You should know better. Вы должны знать лучше. You should know better. Если вы знаете, кому многое дано, с того много спросится. The same way Zachariah did not believe the angel. Таким же образом, как Захария, он не поверил ангелу. That same way Mary didn't believe. Точно таким же образом Мария не поверила ангелу. One was punished for it. Но одного наказали за это. While the other one was spared. А вторую нет. We have to be very careful as leaders. Нам нужно быть, будучи лидерами, нам нужно быть очень осторожными. God hates it when we doubt him. Бог ненавидит, когда мы сомневаемся в нем. When you don't believe in his word, he hates it. Когда ты не веришь, когда мы не верим в его слово, он ненавидит это. It means you don't trust him. Это означает, что ты не доверяешь ему, если ты сомневаешься. Will you ever do business with someone who you don't trust? Будешь ли ты когда-нибудь делать бизнес с человеком, которому ты не доверяешь? If I want to enter into business with you, если я хочу начать бизнес с тобой, and you look at me, и ты смотришь на or меня, you behave in a way to show me that you don't trust me, или ты, например, ведешь себя так, чтобы показать, что ты мне не доверяешь, will I proceed with the business with you? Смогу ли я начать бизнес с тобой? Where you don't trust God, если ты не доверяешь Богу, he will not do business with you. То он тоже с тобой никакого дела иметь не будет. You have to trust God. Ты должен доверять Богу. Regardless of what you are going through, независимо от того, через что ты проходишь, hold on to him. Держись за него. He never lie. Он никогда не обманывает. He will never let you down. Он никогда не подведет тебя. He is a faithful God. Он верный Бог. He will visit you. Он посетит тебя. Listen, ladies and gentlemen. Послушайте, друзья. God does not owe anyone. Бог никому ничего не должен. Let me say it again. God does not owe anyone. Еще раз скажу, Бог никому ничего не должен. If you work for him, если ты трудишься для него, he will pay you. То Бог не остается должным никому ничем. He will never owe you. Бог не остается должным никому ничем. He will never owe you. Если ты трудишься для него, то он никогда не останется в долгу перед if тобой. You work for him, если ты трудишься для него, be rest assured, если ты трудишься для he него, will pay you. То будь уверен, что он не останется в долгу. Just, он старится и вознаградит тебя. Just last month, в прошлом месяце I was talking to him, я говорил с Богом, because he's my father. Потому что он мой отец. I said, at this point, и я сказал, I have served you as your prophet for 26 years. На сегодняшний день я служу тебе как твой пророк 26 лет. Even if you say to me now that you're no longer interested in using me, даже если ты послал меня, я не знаю, ты заинтересован в том, чтобы использовать меня, pay me my gratuity, my entitlement, то заплати мне мою как награду, вознагради меня. I work for you. Потому что, Господь, я же работаю на тебя, if как пророк. Yes, уже 26 лет. Господь, где моя награда? Yes, if you work in a company, потому что если ты работаешь на какую-то компанию for 26 years, 26 лет, and they say they don't need you anymore, и они потом скажут тебе, все, мы в тебе больше не нуждаемся. They won't tell you just to go like that. Они не просто тебя отправят и вышвырнут they вон. Pay you entitlement. Но они вознаградят тебя, они сделают определенные выплаты тебе, то есть награду за все отслуженные там в этой компании года. So whatever it is that you are doing for God, whatever it is that you are doing for God, и что бы ты ни делал для Бога, be rest assured, будьте уверены, there is a reward for it. Вас ожидает награда за это. Because God is a lifter of men. Потому что Бог, он никогда не остается в долгу, и он всегда возносит человека, возвышает. He's not a user of men. Бог никогда просто не использует человека, не выбрасывает его как что-то ненужное. The bigger the assignment, чем больше твое предназначение, the bigger the challenge, тем больше вызов. When the devil look at a way of making people to stop from doing God's work, когда дьявол ищет пути, как остановить людей от того, чтобы они делали Божье дело, he releases challenges on their way.
Он насаждает разные вызовы, обстоятельства на их пути. Challenges in their life. Различные вызовы жизненные. In their marriage. Вызовы семейные. In their business. Какие-то проблемы в бизнесе. In their ministry. В служении. Something that will so much occupy their mind. Что-то, что настолько займет все их время и внимание. That they will no longer have time for their assignments. Не останется ни сил, ни времени для исполнения поручения Божьего. Apostle Paul said something. Апостол Павел сказал кое-что. What can separate us from the love of Christ? Что может отделить нас от любви Христа? What can separate us from the love of Christ? Что может отделить, отлучить нас от любви Христа? You may look back. Ты можешь обернуться. And it seems as if there's no reward for your labor so far. Посмотреть на прошедшие годы, и тебе может показаться, что ты служил Богу, и нет никакой награды, что ты трудился тщетно, что But ты просто today, в пустоту трудился. That's a reward. Но я хочу сказать тебе сегодня, что есть награда за труд твой. You must not give up. Есть награда за труд твой. Не сдавайтесь. Listen to this. Послушайте. Man of God, I pray that God will open the eyes of people for them to see what He is preparing and what He is doing. Я так молюсь Богу, чтобы Он открыл ваши глаза духовные, чтобы вы увидели, что Он уготовил для вас, к чему Он ведет вас. When there is crisis in the land, когда в стране кризис, there is always opportunity for the children of God in that land. Как раз в это время есть потрясающие возможности для детей Божьих завоевать эту страну для Бога. When situation does not look pleasant, когда ситуация выглядит очень неприятно, неудобно, that is the opportunity for God to manifest His power. Вместо того, чтобы переживать, знаете, что это как раз замечательная возможность для Бога явить свою славу. This is not the time for looking back. Это не время оглядываться. For looking back. Это не время оглядываться. It's not a time for sitting down. Это не время просто сидеть на месте. It is time to arise. Но это время восстать. And get involved. Восстать и начинать активно двигаться. Get engaged. Тебе до всего должно быть дело. Forward ahead. Ты должен занять активную позицию. Move forward. Ты должен двигаться вперед. Because God Потому is with что us. Бог, который в нас. If God be for us, если Бог за нас, no man can be against us. То никто не может быть против нас. If God be for you, если Бог за тебя, no man can be against you. Кто может быть против тебя? Do you know what? Знаете что? Your destiny is in the hands of God. Ваша судьба находится в руках Бога. He has the final say. He has the final say. У Бога, за Богом последнее слово. I don't know about this country, but in the UK. Я не знаю, как у вас в стране, но в в королевстве Великобритании. If you are taken to court. Если тебя в суд привлекли, тебя судили. And the judge passed the judgment. И судья принимает решение. And found you guilty. И выносит обвинительный приговор. You have the chance to appeal. То у тебя есть шанс подать апелляцию. You appeal against the judgment. Вы можете, да, подать апелляцию на какой-то приговор. If the condition of this world refuses to favor you, если обстоятельства этого мира они не благоприятны к вам, if what you are getting is not what you deserve, если то, что вы получаете, это не то, чего вы желали, appeal to the judge of judges. Апеллируйте к самому верховному судье. Withdraw your case from the hands of men. Заберите ваше дело, ваш кейс из рук человеческих. Hire Jesus Christ as your lawyer. Наймите Иисуса Христа как вашего адвоката. If Jesus is your lawyer, если Иисус ваш адвокат, which lawyer on earth can face Jesus? То какой земной адвокат может с ним сравниться? Let God settle the case for you before you even get to court. Позвольте Богу выиграть это судебное дело за вас даже до того, как вы дойдете до суда. The next thing you get when you get there is victory. И когда вы дойдете до суда, это уже будет решенный вопрос. I don't know why God is laid it in my heart to encourage the people. Я не знаю, почему Бог кладет на мое сердце ободрять, нести слово ободрения. To encourage the people. Ободрять людей. You should be strong. Ободрять людей, чтобы они укрепились. And remain focused. И чтобы они удержали фокус. It may seem as if God is not answering your prayer. Может быть, для тебя сегодня выглядит так, как будто Бог вообще не слышит твоих молитв. Things might be falling apart. Может быть, все рушится, все с ног на голову становится вокруг тебя. The Bible says that God does not sleep nor slumber.
Но Библия говорит, что Бог не дремлет и не спит. He's only looking for the right time to come and manifest His power. Но Он ищет благоприятное время, чтобы прийти и явить свою славу. And the time is now. И время сейчас. The time is now. Время сейчас. The time is now. Время сейчас. Because He will subdue all your enemies. Потому что Он разберется со всеми твоими врагами. Praise the Lord. Слава Господу. Hallelujah. 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 He had been given the enemy the opportunity to repent. Бог давал дьяволу возможность покаяться. No. Listen to this. Listen to this. Послушайте. As of 2009. Я помню 2009 год. That Бог дал, prophecy, прошу прощения, that врагу the, возможность покаяться. That the prophecy was released. В 2009 году, когда Бог высвободил это пророчество. I can say Russia is a father to Ukraine. Тогда все выглядело так, как будто Россия настолько далека от Украины. The relationship was so strong and smooth. Прошу прощения. Тогда все выглядело так, что Россия настолько, имеет такие родственные, родные, близкие отношения с Украиной. It was so strong. Такие сильные, крепкие взаимоотношения. Everything was looking rosy and good. Просто, как родные братья жили вместе, и даже, ничто не предвещало каких-то конфликтов с Россией уж точно. All of a sudden, но неожиданно they become enemy. Эти две страны стали врагами. This is what God can do. Это то, что Бог может делать. All the enemy that gang up against you, God will confuse them. И если даже Бог дал врагу возможность... Точно так же Бог может делать наоборот с вами. Когда тогда все выглядело мирно, ничто не предвещало беды, но потом неожиданно... И как тогда ничто не предвещало беды, и все было хорошо, но потом неожиданно началась конфликт и война. Точно так же сейчас, если все сгущается тьма вокруг вас, Бог точно так же может буквально в один момент все изменить, и все утихомирится, уляжется и успокоится. Listen to this. Послушайте. Last time I came, прошлый раз, когда я приезжал, the Lord said that Holy Ghost revival is coming to Ukraine. Бог дал пророчество, что пробуждение Святого Духа придет в Украину. And that revival will start from this church. И оно начнется именно из этой церкви. It might seem impossible. Может быть, сейчас это кажется для вас невозможным. Listen to this. Но послушайте. For God to bring His word to pass, для Бога, чтобы это слово привести в исполнение, He will stop at nothing. Ничто не может его остановить от того, чтобы привести это слово в исполнение. He can use anything, any means to bring His word to pass. Бог может использовать что угодно, любые средства, инструменты для того, чтобы привести это слово в исполнение. The Lord is working. Бог трудится. He's at work. Он работает. I don't want to prophesy yet. Я пытаюсь не начать пророчествовать. Tomorrow. Сохранить на завтра. If you want to hear the prophecy, come tomorrow. Если вы хотите услышать пророчество, приходите завтра. And I can tell you. Я скажу вам. By the time you leave here tomorrow. К тому моменту, как вы выйдете из этого зала завтра. You will have a lion's heart. У вас будет сердце как у льва. Your dry bones will rise up again. И эти сухие кости, они обрастут плотью и восстанут. You will smile again. И вы снова будете улыбаться и радоваться. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Once again. Еще раз. No matter what you are going through. Независимо от того, через какие обстоятельства вы проходите. You must not allow it to hinder your God-given assignment. Не позвольте этим обстоятельствам привести вас к тому, чтобы отложить данное Богом предназначение. Be steadfast in it. Be steadfast, будьте тверды в своем исполнении предназначения. And God will reward you. И Бог вознаградит вас. In Jesus' name. Во имя Иисуса. I know that some of us don't speak English, and I know that some of us speak English. I felt
the need to come with just about 20 copies of my book. Only 20 copies I brought. This the first book written by me. Вы знаете, есть 2009. Такая книга. Before what was written by Pastor Sunday. I brought only 20 copies. It's $10. Let me tell you this. I don't have sweet mouth. I'm not a marketer. I don't have that. But I know that this book will be of a blessing to you. And I'm looking for a way if I can be able to find a company that would translate it to Russian for me. Because it is a very good book. Believe me, it will bless you. It will. 99% of the content is my life story. All the mistakes I made in life, what made me who I am today, they are in this book. There is still hope for you is the title. There is still hope for you is the title. Praise the Lord. You see me standing, everything is blink, blink. Yeah. You are lost. Он говорит, что я привез с собой свою книгу. Это первая написанная мной книга. Я привез всего лишь 20 книг, 20 копий этой книги, но они на английском пока. Уже многие подняли руки. Вот. Почувствовала нужду привести эти книги. И вы знаете, обычно я не хвалю себя, но на самом деле я знаю, что эта книга повлияет на вашу жизнь. Поэтому сегодня будут в продаже всего лишь 20 копий на английском. И я буду искать издательство, которое поможет мне перевести на русский и потом издать на русском языке эту книгу. Но если вы говорите по-английски, если вы выскочка, у вас есть возможность сегодня выхватить эту книгу. It's just $10. If you need a copy, $10 стоит эта книга. When I was 20 years old. Когда мне было 20 лет? 20 years old in Nigeria. Когда мне было 20 лет, я был в Нигерии. My father kicked me out of the house. Мой отец выгнал меня из дома. Because I wasn't doing well in school. Потому что я не был хорошим студентом в школе. At a point, I became a shoe shiner on the street. You go on the street, you shine people's shoes. И мне пришлось стать чистильщиком обуви на улице, чтобы как-то выжить. At a point, I became a bus conductor. А потом я был кондуктором в автобусе. At a point, I became a laborer in construction sites. Потом я на стройке работал. At a point, I became a beggar. I go on the street and begging money to buy food. А какое-то время мне вообще приходилось милостыню просить на улице. Because my father kicked me out of the house at the age of 20. Потому что мой отец выкинул меня из дома, когда мне было 20. I started taking care of myself from the age of 20. Я начал сам о себе заботиться, зарабатывать себе на жизнь в 20 лет. And by the grace of God, I am now 47. И по Божьей благодати мне уже 47 лет. So 27 years I've been taking care of myself. Поэтому 27 лет я уже сам о себе забочусь. But by the grace of God, но по Божьей благодати, I've been to the USA, я был в Соединенных Штатах Америки, South Africa, в Южной Африке, Israel, в Израиле, India, в Индии, Uganda, в Уганде, Jamaica, на Джамайке, Liberia, в Либерии, Austria, в Австрии, Germany, Германии, Holland, Голландии, Italy, Италии, Belgium, Бельгии, France, Франции, Finland, Финляндии, Ireland, Ирландии, Greece, Греции, Spain, Испания, Dubai, Дубай, Japan, Украина, Nigeria, Нигерия, United Kingdom and Ukraine. Соединенное Королевство и Украина. Это 22 страны. There's nothing that God cannot do. Неплохо для бездомного, да? There is nothing that God cannot do. Нет ничего невозможного для Бога. И он говорил, что 99% содержания его книги это его жизненный опыт. If he can do it for me, если Бог мог сделать это для меня, he can do it for you то он может сделать это для тебя тоже. There is still hope for you. Поэтому это поможет вам. God bless you. Пусть Господь благословит вас. See you tomorrow at 12. Увидимся завтра в 12 здесь. For the D-Day.